Здравствуйте, меня зовут Владислав Табаксман. Я отец особенного ребенка. Живу в городе Симферополь Российской Федерации. Моя семья на дистанционном лечении в клинике Бердавид. В состоянии ребенка наблюдается положительная динамика. Работники клиники быстро реагируют на наши обращения, участвуют в проблемах семьи не только консультативно, но и проводят сеансы, результаты которых весьма ощутимы. Например, вся наша семья переболела нераспознанным вирусом. Давид провел с нами серию сеансов. Супруге и сыну помогло сразу, и после первого сеанса они пошли на поправку. У меня поднялся сахар, обострился диабет и гипертония, была слабость и тряслись руки. Я отлежал в больнице, но силы не вернулись. Когда я лежал в больнице, у меня не было возможности общаться с Давидом. Так он, регулярно общаясь с моей супругой, спрашивал о моем состоянии. Давид провел со мной около 10 сеансов, после которых вернулись силы и трудоспособность. Сейчас я снова работаю и чувствую себя даже лучше, чем до болезни. Хочу отметить, что абсолютно все сеансы дистанционного лечения доктор Давид проводит совершенно бесплатно. Благодарю Давида за помощь в выздоровлении. Надеюсь на скорейшую встречу в Иерусалиме.